Подсказывают мне мои коллеги, что не последняя минута идет. Еще 2,5 до конца. Хорошая разрезающая передача на Делинидиса. И как же ты не забивал. Очень неточная передача. И Вукас начинает атаку своей команды на левый фланг на Милюса. Милюс Коряна обыгрывает. Нет, не Коряна, это Караваев был. Один из самых активных правый полузащитник сборной Греции. Поселидис Христофорос. Гол! Смотрите, смотрите. В итоге Алексей Курзенев под номером 9. Единственный нападающий. Но касательно нашей схемы, то мы играем, как и в прошлой встрече. Но не достается ему мяч. И начинает атаку греческой сборной Милиос. Пас на левый фланг. И затянулось на... матчи именно сборной России и сборной Санкт-Петербурга, которая, кстати говоря, вчера выиграла со счетом 3-1. Yeah.
Один из самых активных правый полузащитник сборной Греции. Поселидис Христофорос. Гол! Смотрите, смотрите.